Здравствуйте! Сегодня я буду делать заготовку на зиму. Это у меня золотистая смородина. Она всегда урожайная, очень вкусная и витаминная. Кроме смородины, мне понадобится для заготовки сахарный песок и этиловый спирт. Смородины у меня 300 кг. Смородину измельчаю с помощью блендера. В измельченную массу высыпаю сахар. Хорошо перемешиваю и добавляю оставшийся сахар. Продолжаю перемешивать, пока не растворится весь сахар. На 300 кг ягод я добавила 300 кг сахара. То есть делаю 1:1. Размешиваю, пока полностью не растворится сахар. Заполняю баночки. В каждую баночку добавляю столовую ложку сахара. Так сверху посыпаю. И теперь чайную ложечку спирта добавляю в каждую банку. Баночки можно закатывать. Получилось 4 пол-литровые баночки этой витаминной заготовки. Храню ее я в подвале или в холодильнике. А сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч!